Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 25 октября. Память святого мученика Анастасия. Святой Анастасий был владельцем сукон. Явившись в Аквилон, Салону, приморский город Далмации, с того же Христа, за что и претерпел мученическую кончину царства Диоклетиана, 284-305 годы. Добровольно явился к мучителям и смело исповедовал Христа истинным Богом и Творцом всего. За такую твердость в истинной вере он был усечен мечом, и тело его было брошено в море. Одна благочестивая женщина после больших усилий постаралась достать святые мощи из моря, и, умастив их благовониями и облегши погребальными одеждами, положила их в своей домашней церкви. Многие исцеления были совершены при гробе святого. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.